Так, друзья мои, приветствую вас всех. Сегодня репортаж я веду с кухни, так как все везде занято. Вот, дело в чем, что у нас сейчас идет ремонт. Ремонт. Это значит, на балконе у нас меняют окно с проемом, с входной дверью на балкон и сам балкон нам будет сегодня делать. Навалилось у нас столько много кучу дел, что даже не можем выйти в интернет. Я просто хочу сказать, что в интернет мы сейчас пока не выйдем, пока у нас все не завершится. У нас ремонту по горло. Вот слышите, это у нас пилют, значит, обрезают какие-то там стойки, чего. Вот такой идет шум. Полным ходом идет ремонт. Что хочу сказать, все навалилось одно на другое. На днях у нас полетел смеситель. Мы также его заменили на новый. Когда я был на работе, сорвало смеситель. Вот. Поставили новый. Это я вам все покажу, как все у нас устроено. Теперь вот балкон делаем. Когда нам его сделают, мы вам тоже все покажем. Все будет чин-чинарем, я думаю, по-хорошему. И самое последнее, то, что у нас навалилось, у нас еще случилась беда. У нашей тещи на ноге трофическая язва оказалась. Она у нас человек старенький, уже 88 лет ей. И вот тоже сейчас ей интенсивные перевязки делаем каждый день. Если, дай Бог, все будет образует по-хорошему, а то придется тоже человека вести в больницу. Пока делаем всяческие антибиотики ей, даем, она у нас пьет, и всякими средствами, мазями пользуемся, чтобы у нее вытянуло весь гной, который скатился на ноге, в ноге. Вот пока шумит, наверное, не знаю, как вам слышно, нет ли, но вот идет полным ходом ремонт. Пилят с самого утра. Ну, короче, все, что я вам сказал. Извините, что я не заходил к вам эти дни, потому что были дела все. Пока творческих вещей я не буду выставлять, так как пока не закончится у нас ремонт. Так что извините меня, люди добрые, меня поймете. Ремонт – это дело серьезное. И у тещи трофическая язва – это тоже серьезное на ноге. Так что пока, до скорого. С вами был Алексей Доктор Леший. Пока-пока-пока-пока.